Всем привет, дорогие зрители! С вами снова Агаси из Солнечной Алании, канал Парадайз Алании. Недвижимость в Турции, а именно квартиры в Алании. Сегодня мы приехали в Верхний Махмутлар. Здесь я нашел очень хороший бюджетный вариант 2+1 по очень хорошей цене. Я скажу сразу цену вам. 45 тысяч евро. Дешевле на данный момент нет. Кто желает тишину, безмятежность, там, расстояние этого проекта от Средиземного моря, от воды 3750 метров. Квартирка очень просторная. Быстренько покажем площадку и поднимемся наверх. Я тут сорвал огуречек, здесь садик есть хороший там. Вот, даже есть фрукты. Перчик, грейпфрут, если кто не видел. Идемте. Вот здесь такой вид на море. С нижнего этажа квартира находится на третьем этаже. Покажите. Внизу у нас бассейн. Он не функционирует на данный момент, так как из-за пандемии. Здесь есть горочка. Аквапарк, если видите. Вот детский бассейн с аквапарком. С правой стороны у нас территория общего пользования. Для отдыха есть беседочка, если вы видите впереди. Вот там, дорогие, беседочка. Горы, все прекрасно. Наша квартира находится на третьем этаже. Вот такое здание. Ну, здесь проживает уже как 3 года. Проекту уже 8 лет. И стену квартиры есть, также у здания. Дорогие зрители, поднялся я на третий этаж. Так, здесь есть маленькая проблемка. У нас нету кнопочки вызова лифта. Кто-то забыл сюда поставить, или, не знаю, инженер вообще не доехал, наверное, до этого места. Место лифта есть, лифт присутствует, есть на месте, все имеется. Только кнопку я не знаю, когда они сюда поставят, чтобы вызвали лифт. Но сказали, что лифт доделают до конца. Сейчас мы пройдемся прямо в их квартиру. Вот такая просторная прихожая. Очень просторная. Здесь 125 квадратных метров брутто. Жилая площадь 105-100 квадратных метров. Пройдемся в санузел. Вот такой санузел просторный с душевой кабинкой. Здесь у нас спальня просторная, 12-13 квадратных метров. Есть выход на балкон. Вот такой балкон, дорогие зрители, просторный. Эта сторона восточная. Время съемки у нас 3 часа 15 минут. Восточная сторона. Вид на эту всю равнину, горы. Идемте дальше. Так. Сюда можно установить встроенный шкаф. Металлическое. Здесь у нас туалет без душевой кабинки. Просто туалет домашний. Так. В этой стороне у нас вторая спальня. Здесь 11 квадратных метров. Изоляция очень хорошая. Вид с окна на море. Идемте теперь в гостиную комнату. Дорогие зрители, вот такая просторная гостиная. Здесь, наверное, 25-35 квадратных метров между ними. Совмещенная с кухней. Если желаете, можете сделать какую-нибудь, перегородить ее, отделить кухню от
гостиной есть. Так, здесь есть у нас вид на крепость Алании. Вот такой потрясающий вид здесь, сами оцените. Крепость Алании, горы, море и провода электричества. Открыть двери, кондиционер здесь не нужен, прохладный воздух, чистое, спокойное место. Это для тех именно, кто любит безмятежность, хочет уйти от шума, гамма. Вот такой просторный балкон, полукруглый. И вот такой вид. Не знаю. Вариант бюджетный, сами все оцените, 45 тысяч евро стоит вот эта квартирка. Бассейн заполнят в следующем году, из-за пандемии еще проблемы вот эти. А минус тот, что лифт, где-то минус то, что расстояние далеко, 3750 метров до воды Средиземного моря. Рядом есть магазины, здесь есть школа, вот там школа впереди. Ну, здесь как бы село. Все имеется для жизни. Отсюда можно еще раз показать. Вот беседочка, парк для детей. Могут поиграть детишки. Вот столько здесь зданий. Это самая оптимальная квартира по такой цене. Все, дорогие зрители, я вам показал эту квартиру. Выбор за вами. Это для тех, кто ищет именно бюджетный вариант. Можно купить, получить ВНЖ на 2 года, а потом продлить еще на 2 года. И скан все документы в порядке, не переживайте. Нужно обставить эту квартиру. Обойдется вам где-то, если я буду все постпродажкой занимать, я вам могу где-то за 4000 евро минимум обставить всю квартиру. Минимум. Это минимальные товары по качеству. Меня просто порой спрашивают, как ты заказываешь. Ну, у меня есть свои ходы, как все заказывать. Обращайтесь, если что, объясню все. Все, с вами была Гасси из солнечной Алании. Недвижимость в Турции. Канал Парадокс Алания. Всем пока-пока.